Магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре автомобильный набор инструментов от хорошо известной компании. Это King Tony, код товара SC7596MR. Набор на 96 предметов. King Tony — тайваньский бренд, инструмент с пожизненной гарантией и с хорошими отзывами автолюбителей и мастеров. Набор поставляется в пластиковом кейсе. Сверху идет упаковочная коробка. Это даже не коробка, а вот такая вот накладка. Указывается комплектация набора. Так, дальше сертификаты на инструмент. Это такой из важной информации. Такая прокладка идет между двумя крышками. Здесь она почему-то такая тонкая. Очень даже тонкая, я сказал бы. И начнем мы с трещоток. Трещотки в наборе на 45 зубьев. Длина трещотки под 1/2 250 мм и маленькая трещотка 135 мм. Обычно стандартная в наборах идет 150, но в King Tony они идут такие вот уменьшенного варианта 135 мм. Трещотки 45 зубьев, имеют реверс, быстрый сброс, также они разборные, то есть сам механизм внутри можно докупить отдельно, есть ремкомплекты. Рукоятки полностью пластиковые. Хотя нет, вот эти вот части красные, здесь немного прорезинено. Есть номер также по каталогу, то есть весь инструмент профессиональный имеет свой номер. Каждая единица в каталоге King Tony, вы можете найти трещотку, головку или удлинители, которые в наборе, по номеру. То есть если вдруг потеряли где-нибудь инструмент. Логотип King Tony и надпись King Tony. Также есть логотип и надпись на самой рукоятке. И здесь, кстати, нанесено не краской, а сами пластиковые буквы идут из пластика. То есть это также подтверждает, что набор профессиональный. То есть в обычных наборах дешевого класса обычно на рукоятках пишут обычной краской. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Ручка полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат. То есть можете или трещотку сюда подсоединять, или вороток. Данная отверточная рукоятка в наборе применяется для головки 1/4. Можете одевать. Или биты, которые идут с адаптером. Таким образом получаем отвертку. Биты далее я покажу. Удлинители. Под 1/4 дюйма у нас два удлинителя, 50 мм и 100 мм. Это под маленькую трещотку. Под большую также два удлинителя, 125 мм и 250 мм. Удлинитель 250 мм, если вы одеваете переходник, адаптер, получаете Т-образный вороток. Адаптер снимаете и можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. Это у кого есть дополнительно трещотка или вороток. Два кардана. 1/4 и 1/2. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Как видите, кардан, который под 1/2 усиленный. Черные вставки из хромолибдена. 1/4 обычный. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. И головки. В наборе шестигранный профиль головок. Под 1/2, под 1/4 и головки длинные. Головки 1/4 дюйма. Общее количество 13 штук. Вот этот ряд идет. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая на 14. И головки под 1/2 дюйма. 17 головок. Самая маленькая 10. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 185 грамм. Почему 185 грамм? Потому что есть наборы, где 220 грамм, 226 грамм головка. Если здесь она, видите, идет, немного сужается
где подсоединяется уже квадрат, то есть заужено. Поэтому, соответственно, вес 185 грамм. Ну, здесь инструмент качественный, хром-ванадиевая сталь, поэтому, честно, я не думаю, что она будет иметь меньше крепость, чем которая идет обычная без зауженного присоединительного квадрата. И особенность инструмента Кингтонии на головках, видите, сине-красная полоса. 32 мм Кингтони, номер по каталогу, CRV, хром-ванадиевая сталь. На полоске также логотип Кингтони. Ближе поднесу. В верхней крышке у нас набор бит. Под квадрат 1,2 дюйма, который используется с переходником, адаптером. И под квадрат 1,4 дюйма, который идут уже с адаптером, переходником. Под 1,2 дюйма у нас 16 бит, под 1,4 18 бит. Есть шестигранные биты, торксы, крестовые и шлицевые. И также под 1,4 шестигранные, торксы, крестовые и шлицевые. Вставляете нужную биту и сюда подсоединяете трещотку или вороток. Так, битодержатель. В наборе Кингтони идет вот такой вот битодержатель. Он не трещоточный, но есть реверс переключения вправо-влево. Это удобно для труднодоступных мест. И вот такой вот переходник. Вставляете в битодержатель. Сюда можете поставить головку. И где-то в труднодоступном месте что-то подкрутить. С реверсом. Ну или можете использовать биты, которые идут уже с переходников. Здесь очень удобная вещь по отзывам. Так, и головки длинные. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас 6 мм. Самая большая здесь в наборе на 22. И набор Г-образные ключи есть небольшой, шестигранных. Материал изготовления инструмента хром-ванадиевая сталь. Сам инструмент имеет матовое и глянцевое покрытие. То есть, можно сказать, половина глянцевая, половина матовая. То есть, головки половина глянцевые, половина матовые. Трещотки у нас глянцевого цвета. Но удлинитель идет, то есть, переходник глянцевый, сам удлинитель матовый. То есть, можно сказать, поровну. Кейс состоит из двух частей. Скреплен зависами. Внутри имеют металлические вставки имеются. Запирание на металлические защелки кейса. Инструмент, гарантия на инструмент пожизненная, кроме бит. На биты гарантии нет. Это расходный материал. Все хорошо держится. Защелкивается. Ширина кейса в наборе 42 см, длина 29 см, высота 8,5 см. Вес набора составляет 6,9 кг. На верхней крышке надпись Кингтони и логотип. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Напоминаем, за подписку на канал, за оставленный комментарий вы получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине. И доставка на Кингтони в нашем магазине бесплатная. Спасибо, до свидания.